То есть это будет сейчас немножко смешно, потому что испанский такой женский, как бы язык, женственный. Ну да, это не... Для меня сразу как бы ассоциация, когда чуваки по-испански говорят, то есть, допустим, когда говорят женщины по-испански, я просто млею, то есть я все, я вообще, как бы, мне сносит крышу, как бы, и плюс у меня, ну, как бы, был еще роман с испанкой, я, вау, это просто абсолютно улет, то есть петушок мог просто твердить от одних только слов по-испански. А когда чуваки, у меня сразу как бы ассоциация, что это больше какая-то, ну, как бы латынь, и как будто выходит, да, какой-нибудь чувак такой там в мрачной рясе и прям «Dominaciones perfectas para hoy. No podemos hacer nada en nuestra iglesia. Y todos bendimos este país». То есть как будто это реально какой-то сейчас, ну, вот такое вот. И здесь тоже начинает там что-то шло. «Dicen de ti, que eres el rey». Говорят, что ты король, типа. Эмбахадор, типа посол, омбре де лей. Короче, типа этот чел закона. Ну, то есть у меня ассоциация больше какой-то такой. То есть тоже прикольно, но сразу как будто выходит какой-то реально король, там типа все пали ниц, и он такой «Hoy vamos a hablar de nuestro destino. Nuestro pueblo ahora está en peligro. Ahora viene un dragón». То есть вот какое-то такое сразу, что это какой-то, ну, такие какие-то латыни, вот эта вся ассоциация. А когда чика, я просто все. Меня уносит, конечно, моментально какая-нибудь этот, Дана Паола и так далее. Амбухадор. Нет, там как бы эмбахадор — это посол. Английский женственный язык. Не, по мне как бы жёлтый. Особенно британский акцент. Что значит женственный язык? Как язык может быть женственным? Ну, по мне просто эти слова всякие, да, грубо говоря, какой-нибудь там «perfecto», «dominaciones», «la palabra», «la boca». Даже помните, когда реклама была, что-то «la boca», «la palabra» и так далее, какой-то типа урок был. По мне, эти слова сами по себе как бы такие скругленные по звучанию, то есть они не шипящие, допустим, наши, мы же обсуждали, даже для иностранцев звучит как язык змеи, типа, что ты там сказал, да я не знаю, там что, да какая-то придет, даже жопа какая-то полная вообще происходит, что-то. Что у нас происходит? Ты сегодня будешь? Да я сегодня не буду. Это же уже жопа. Просто змеи шипят, и все. А это, во-первых, он четко проговаривается весь, то есть он не жуется, да, то есть английский он жеванный. То есть какие-то жабы квакают в болоте. А как бы испанский, он именно такой, совершенно как бы другого типа.